пожалуйста, братан! Это не я тебя бил, пожалуйста! Ты пидорас! Где мои вещи? Сука, на, блядь! Здрасте. Блядь, сука, это опять ты? Да. Гриперс, гриперс. Зачем? Сука, блядь, ну нахуя? Ну нахуя, подонок? Ладно, потом я реально, потом не плачу, не плачу. Так, алло, алло, здравствуйте. Это да. Вы там? Мне нужно прилететь, короче, да. Я новый игрок, и только на сервер зашел, я не знаю, тут что делать. В этом чате писали прилететь, ну и вот я, собственно, вот. Через скайп вам звоню. Ну, это... Что мне делать? Что мне делать? Я только начинаешь, типа, ну да, но я типа не знаю ничего. Че, как? У тебя да. Что-то есть? Кинь ТП. У меня есть рыба. А, ТП, это как? А, типа, надо это. Я понял. А какой у вас ник? Палочку! Там в чате тебе надо сначала специальную палку. Я забыл, как она называется. Палку специальную проделать. А, хорошо, палка. Ага, нашел палку. И чё? И потом пишешь ТПА и ник. Так, и ник. Написано, в чате допускаются только русские буквы. Это что значит? А, я понял, сейчас. А ну-ка. Палка. ТПА. Ник. Правильно? Да. Ну, ник. Как мне это прогнозы, да? Палочка, ТПА и фид. Пропиши фиду. Так, палочка. ТПА. Фидов, да? Да. Так, ну все, в принципе. Палочка, ТПА. Ты дурак! Ты же Галя на русском! Тебе сказали! Палочка! ТПА! И Филофан! Например, у тебя есть компьютер там дома, клавиатура? Ну, да. Такая зеленая, так светится, так хорошо. Такая разноцветная. Ну, это безразлично, какая у тебя точно клавиатура. Ну, да, и чё? Ну, она у тебя есть. Ну да, есть. На клавиатуре видишь букву Ю? А ну сейчас. Так, сейчас. Ну, я взял клавиатуру и чё? А? Ну, я клавиатуру взял. Так вот, на своей клавиатуре найди букву Ю, русскую. Так, русскую Ю. И чё? Нажать мне? По соседству у неё есть вот такая штучка, палочка. Вон, видишь, такая изогнутая? Слэш? Вот эту палочку надо. Да, слэш. Слэш? А, и чё теперь? Ну, я нажал на неё. Ну, слэш-то на английском ТПА. На английском. В чате писать? Так, хорошо, сейчас. Так. Слэш и английское ТПА. Так. И фидл. Я нажимаю на клавиатуре, но в чате ничего не отображается. Что делать? У меня клавиатура, она не подключена, я понял. Что теперь делать? Писать это на клавиатуре, надо зайти в чат, написать на телефонной клавиатуре, которая выделяется специально. Вот это белая такая, да? Да. Так, хорошо. Так, сейчас пишу палочка. Так, что, ТПА, да? Так, да, на английском. Так, сейчас П найду. А где П? Где П находится? Вот под ним есть маленькая буква Р.
А, да-да-да, вижу. Так, все, теперь А, Так. А где А? Блин. Нашел. Так, все. Все. Что дальше писать? Пиши. Фидал. Так, фид, да. Так. Да. И... О. Ну, нормально. Все, я отправил, да? Да. Я не телепортнулся, еще где. Блин, не рабочая клавиатура, сейчас разобью телефон. Ой, блин, где? Все, тэпнул. Опа. Здрасте. И что теперь? Придите мне. У тебя хата есть? Это что, как это? Это как оно. Как оно сносится, что? Не бей. Это, я новый игрок тут, в принципе. У меня только рыба есть. Чё? А где я жить буду? Ну, сейчас тебе один... Чё это? Я смотрел в интернете. Это алмаз, да? Это алмаз? Ух ты, алмаз, смотрите. Кто меня ведёт? Кто это такой? Слышь, ты чё, фонарёл чё ли вообще? Успокойся. Ладно, в честь нового знакомства. Ёпта. На тебе рыбы, понял? Ты чё вообще? Он мне бьёт, спасите. Ебаши меня, сколько мне плаву на П! Раз, считай до трёх, успокойтесь, дебилы! Успокойтесь, сейчас всё будет. Ладно, всё, я хороший. Рожай! Чё, поебал давно? А вы меня приютите, нет? Алло. Да, сейчас. Жрать, дай рыбу тут. Держись за знакомство. Все, я тебя, если что, добавил в регион. Ну, спасибо, да. Что там у вас, что кто орёт там вообще? Так, сундуки такие. Дверь. Интересно. Хороший домик вы здесь сделали себе. Да. Так. А что в сундуках? Пусто. И что теперь? А вы меня приютите? Да, вы меня уже приютили. Я не знаю даже, как это. А? Что там? Что мне делать? Подожди, я сейчас отойду. Давай. Пидал! Все, успокойтесь, я просто там это, прикол в Майнкрафте смотрел там, который троллил друга в АФК, вот, я здесь вот, собственно, троллил вас, да. Я понял. А где спать буду, где это все буду делать, типа, это... Ну, сейчас я комнатку определим, сейчас сделаю. Так, тихо. Он больной, он кровать забрал. Чего себе он в печке, смотрите. Он в печи. Пацан, проснись. Ты в печи. Я его закопал. Пацаны, я закопал пацана. Да опять так, чтобы он в печке. Опа. Бьет. Успокойся. Ты чё вообще офигел? Иди сюда. На тебе рыбы. Все, мы его рыбой затыкали. Какие вообще, друзья, ненормальный пацан, да что такое вообще? Да он просто циклон флэ включил. А что там происходит вообще? А это что, где вообще? Что вы такие ненормальные вообще? Надь, понял? Это вообще ненормальный какой-то. Блин, не надо. Блин, вы чё? Гриферы недоделанные. Все, отдайте мои ресы. Щички. Отдайте мои ресы, алло, вы чё? Развели волосы. О, ресы мои дать вообще. Вы гриферы. Я админам напишу, они вас забанят, а чё? Да. Да чё, блин? Это нечестно вообще-то. И как теперь мне без ресов быть? Вы чё, вообще офигевшие? Отдайте мне ресы, пацаны. Вы ненормальные.
Да, вообще бешеный. Ну ладно, пацаны, давайте тогда. Пока, тогда до свидания. Да, все, до свидания. Так, пацаны, вот, собственно. Сейчас включаем, короче, ваниш. Так, вот. Так, ну что, пацаны, все, мы в ваниши, они меня не видят, типа вот. Маскины отображаются, все окей, но они меня не видят. Так, доказательство тому, вот я их не могу-то избить. Они меня, а, собственно, это. Но сейчас я без микрофона, собственно, играю. Так что они меня, собственно, не слышат. Да. Так, что он здесь делает вообще? Так, он рейсы забирает. Так. Ну что, друзья, собственно, вот так вот. Надо сейчас их наказать тогда. Так, как же их можно наказать? Блин, как бы не выйти, они же услышат, типа, что... блин. Они услышат, что дверь откроется, но... Стоится, что он делает-то? Стенку долбит. Так. Что он делает-то? Где-то. Так, ладно, я пойду туда. Главное, чтобы он меня не заметил, так. Блин, я обосрался ж. Так, блин, ладно. Так, осторожно. Так, вроде ничего. Сука, все, не заметил. Блин, так. Опасно, друзья, опасно. Опасно очень. Блин, что делать теперь? Надо сейчас как-то затроллить, сейчас можно... Слышь, урод, на чём ты там лежишь? Алло? Так, можно сейчас, друзья, стартовый набор взять. Кит-стар, собственно. 4 минуты осталось до него. Можно было их затроллить. Ну, смотри. Я закрываю. Блин, стрелу забрал. Чё они здесь? Они вообще ненормальные дураки. Чё они здесь делают вообще? Челик разломали здесь вообще. Чё, блин? Какой-то пропал что-то. Блин, вообще, он меня? Нет, хух, я думал, он меня уже целится, обалдеть. Так. Так, троллим сейчас, будем их сундуками троллить. Так. Так, так, друзья, все троллим их, троллим. Так. Так. Типа здесь привидение есть, так. 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 Слышь, говно, ты чё ли на меня, блядь? А, сука, стрелы закончились. А где стрелы были? Все нормально, пока что всё по плану идёт. Бегает интернет. Так, это так чётко вообще. Так, главное, чтобы они меня не заметили, иначе будет просто фейл. Хотя, как они заметят меня? Я не знаю, у меня ж раньше... Я ему шлем разнес. Так. Да, сука, кто ударяет? Алейкум! Друзья, они ненормально. Опа, здесь нужно сесть? Нужно сесть, заберу. Блин. Так. Так, пусть думаешь, что здесь привидение. Так. Куда он это попал? Так. Да, блин, сука. Блин, у него шипы стоят. Да кто-то... Модератор, админы, это вы? Один раз вы меня гриферили, но я подготовил... Друзья, это вообще фейл. Блин, он меня ударил. Блин, друзья, он меня бьет. О, нет, смотри, он думает, что это он. Нормально. На гелике. Блин, походу, он меня бьет, типа, но он не понимает, что он меня бьет. Так, друзья, сейчас залазим на дом. У него здесь лестница есть, как раз стены. Так, его стены сейчас отсюда. Подошел сюда, дебил! А, уйди нахуй, шлюха, ебаный! Ай, дураки! Модератор! Тут бьют человека! Придурки, вообще идеально. Ну, блин, не успел я. Знаешь, куда я... Блин, друзья, это шоу просто. Да подойди сюда! Давай, Мир!
Так, тихо-тихо. Он уже воздух простукает, это очень плохо. Походу, там что-то подозревает. Он воздух простукает. Все, походу, он знает, наверное, думает, что его троллит кто-то за админом. Блин. Главное, чтобы он меня не запалил. Хотя у меня, когда с ним разговаривал, у меня был голос другой, я его изменил. Так что он не узнает, что это я его, потому что, блин, капец, он бежит за ним до сих пор. Он за ним до сих пор бежит. Вон, он на другой регион погнали. А, лохи. Бегите, убегайте. Это так четко вообще выглядит. Еще не бей, пожалуйста, братан! Это не я тебя бил, пожалуйста! Ты пидорас! Сука! Где мои вещи? У меня их нету! Дайте вам! Друг подавился, но так я их просто себе забрал. Сука, ты пидо! Где, сука, мои вещи, нахуй? Я не могу. Так, блин, надо пожрать, Ладно, блядь. Блин, смотрите, уложил. Так, а ну-ка, друзья, я думаю, можно уже, собственно, их банить уже и выходить, собственно. За то, что они гритеры, собственно. Блядь. Так. Ну, в принципе, я думаю, норм. Так. Он его на грудик снес. Так, все. У меня есть нагрудник тоже. Так, можно сейчас... Смотрите, друзья. Так. Сейчас им можно начинать ломать смотрите, сундуки. Иди сюда, папа! Там кто-то закричал про сундуки, что-то так. Ну-ка, обходим их сюда. Это, блин, вообще, это просто... Где они вообще? Их нету, они куда-то пропали. Где, я их просто не вижу. Блин, пацан, мне только что, друзья, один пацан ударил. Вот. Так. Я думаю, можно сейчас. Вот так. Опа. Так, друзья, я там поставил такой хрень. Так, все. Все, не. Дурак, не выберешься. Так, что, друзья, включаем, короче, скайп вырубаем, так? Так, друзья, блин, он меня сейчас убьет, я тут. Блин, да у них вообще битва между собой просто. Это так четко просто выглядит, капец. Вот, блин, он меня обманул, друзья, они меня сейчас убьют просто. Блин, опасно. У меня одна хп, короче, друзья, ну это, короче, проигрыш, все. Собственно. Стоп. Блин. Короче, друзья, я включаю скайп, и сейчас будем, собственно, их троллить. Так, включаем. Ну все, пацаны, короче. Здорово. Это был я. Собственно. Ну, блядь, сука! Нафига ты нас троллил, ёпта, блядь? Ну, я не знаю. Но вы меня убили, я вас затроллил. Загриферил, собственно, грифом. Ну, короче, пацаны, вы гриферы, да? Таких сервер тут не гриферские. Значит, вы получаете бан, ну, хотя бы до завтра, короче, бан. Я думаю, вы справитесь, я уже... Вот если честно, смотрите, друзья, я сейчас... Так. Сейчас я включу свой реальный голос. Так, ну чё, пацаны, норм? Вот такой вот у меня голос. Я думаю, он знаком. Да, это я. Здрасте. Блядь, сука, это опять ты? Да. А чё? Блядь, уёбок, блядь, ну не бать уже, блядь, я ещё не до конца доиграл. Да пофигу, блин, будешь просить не банить, я забаню на неделю. Ты чё, рэпер? Знаешь, для меня ты теперь брос номер один. Да, так, сейчас.
Сейчас все будет. Так. Я вас баню на... Я вас баню на 24 часа. Сначала... Так, ну что, я тебя баню, короче, вот так вот. И, собственно, за гриферство. Зачем? Ну, потому что ты грифер. Так, ну и тебя, собственно, пацан тоже. Так, сейчас. Я тогда тоже тебя баню. Так, бан... Сука, блядь, ну нахуя? Ну нахуя, подонок? Потому что... Ну хоть на какое время? На... Ну, на день один. А тогда посмотрим. Пацаны, короче, я в ваш дом пошел сетать, короче. Чтоб... Удалю регион, собственно. Так, да. Сейчас, так, ну что ж, вот, собственно, я отправился к вашему дому. Мне похуй на тему. Я когда выйду из админа... Чё там? Чё такое, пацан? Успокойся. Все, я удаляю ваш регион. До свидания, короче. Вот, я его нашел, собственно, управление приватом. Я его удаляю. До свидания, короче, да? Все, короче, пока, спасибо. Пацаны. Я удаляю. Все, удалил регион. Я удалил его. Вот, Ну, сука, блядь, ебанутый, пидор! Ну за что ты удалил РГ, вот за что? Мы всего-то один раз тебя убили. В смысле один раз? Два раза? Один это уже... раз! Два раза ты и меня убил. И вроде еще кто-то, твой друг, наверное. Я не помню уже. Ну, короче, вот. Ну, уже к нему претензии, не ко мне. Так ты тоже грифер. Ты не понимаешь, что? Я тоже грифер, сука. Это тебя ты хотел гриферить. Это он хотел, не тебя. Так, он ладно, хотел. Пацаны, разбирайтесь если сами у тебя... там. Если у тебя был РГ, он хотел, чтобы ты его добавил. Блядь, чтобы ты его добавил. Да, пацаны, пацаны. Блин, не было, наконец-то. Ладно, пацаны, реально, не плачьте. А то забаню на месяц. Не плачьте. Забаню на месяц. Давайте, пока. Все, давайте, до свидания. Что, скотина? Все, давайте, пока. Ну что, пацаны, вот такой вот был видосик. Подписывайтесь, значит, ставьте лайки. Наказали двое гриферов. Собственно, дом сет, но потом... Сейчас я не хочу пока что. Ну, блин, мне еще это видео монтировать надо. Да. Ну, короче, давайте, всем пока. Собственно, с вами был Костыль. Не гриферьте на этом сервере, иначе поступлю так же с вами. Всем пока, короче, ну и до новых встреч, да.